Захватывающее сражение лучших команд мира возвращаются. Star Ladder TV совместно с iLeague представляет новый сезон Star серии. Вас ждет более 100 бескомпромиссных баталий сильнейших коллективов СНГ, Европы, Америки, Юго-Восточной Азии и Китая. Только 12 лучшим командам достанутся путевки на LAN-финал. Решающие сражения пройдут в столице Беларуси на площадке спортивного комплекса «Минск-Арена». Готовым принять ни много ни мало 18 тысяч зрителей. Освещать все матчи сезона для вас будут хорошо известные и любимые вам комментаторы. Призовой фонд турнира вырос более чем в 3 раза, до 300 тысяч долларов США. Теперь следить за всеми сражениями сезона Star серии в Dota TV можно бесплатно. Лучшие команды мира на одной сцене. 12 претендентов, 1 трофей. Смотри трансляции и болей за своих. Radiant team pick. Duska. Radiant team ban. Доброй ночи, уважаемые любители Dota 2. Вас приветствует SLTV, и мы будем наблюдать за замечательной игрой сегодня. Это Best of 3 между Complexity и Архонами. Так что вперед, друзья. И еще раз. Star Ladder, 13 сезон, Complexity Gaming, Archon Gaming, это американский дивизион. Мы вместе с вами сегодня будем смотреть, уже смотрим, уже наблюдаем. Уже классная игра. Смотрите, какой драфт замечательный. Doom и Task для команды Архон и Виверна вместе со Слардаром для команды Complexity. Ну что ж, начинается у нас ночка, в принципе, довольно бодренько, хорошо. Я думаю, все мы отдохнули после Хэллоуина. Вот этим понедельником немножко воспряли духом. И теперь можем наблюдать за тем, как нечисть будет сражаться, но уже в доте. Так, ну, к нечисти мы можем отнести, наверное, из всех вот этих героев только Дума. Остальные более-менее к другим, наверное. Ну, может быть, еще СФ, а да, вот СФ тоже туда же, тоже демон. Больше пока таких особо... ну, Квапа, и Квапа тоже, Суккуб, в общем. Есть и тут демоны, они тоже праздновали Хэллоуин, и Вали выпустили замечательную карту, в которой вы могли провести некоторое время. Ну, может быть, даже сейчас проводите, параллельно смотрите матч, либо же просто слушаете. Ну, а у нас драфт. Значит, Виверна и Слардар для Свиндла, ну, то есть для его команды, очень любят играть на оффлейне парни со Слардаром. Может быть, какая-то дабла будет, Слардар и еще кто-то. Может быть, даже Слардар Виверна. Может быть, Виверна будет смещаться или Слардар. Ну, в общем, вариантов несколько. Все прочнее и прочнее. Слардар особенно на Америке заезжает. Видимо, любят парни играть с физ-демеджем. Ну и закономерно набирают ВР-ку под этот физ-дамаг. То есть Слардар вешает на кого-то ультимейт, ВР-ка расстреливает. В принципе, уже неплохо. Да, это точечные скиллы, ну, то есть, грубо говоря, придется вырезать одного героя, потом второго, потом третьего и так далее. Но зато это можно делать весьма быстро. Учитывая, что у Слардара может появиться блинк, то он может прыгнуть, дать стан, повесить ультимейт, и ВР-ка там, в принципе, с фокус файра расстреляет, не задумываясь. Главное, чтобы она тоже была, ну, в пределах досягаемости, чтобы она тоже могла там как-то наносить урон. У Архонов же мы видим очень плотный пик пока что. Doom, Undying и Task. В принципе, прирост ХП нормальный у этих парней. Ну, у Doom так вообще очень хороший. Единственное, что, конечно, проблема с броней. Ну, как минимум у Doom. Но каждый из этих ребят по-своему справляется с отсутствием брони. Undying, например, набирает
набирает и набирает себе хп-шечку, просто увеличиваясь в размерах, увеличивая свой запас сил. Таск может и выявить всячески с пылы урон сноуболом, плюс замедлять противника сигилом. Ну, а Дум просто включает землю и очень неистово регенится. Плюс, конечно же, Дум хорошо фармит, поэтому может компенсировать отсутствие брони какими-либо артефактами на эту самую броню. Комплексы еще больше усиливают свой потенциал физурона, поскольку добирают Дазл, который, как мы знаем, полностью наносит физурон. И первый скилл, и третий скилл его завязаны на нанесении физических повреждений. Ну а последний ультимейт Вив, он просто снижает броню, что тоже как бы увеличивает физурон. Интересно, интересно. Угу. Ну, в общем-то, по факту комплектности осталось только вот какую-то... кого-то набрать еще под Виверну дополнительно, наверное, чтобы стягивать под ее ультимейт каким-то образом. А, хотя нет, наверное, все-таки. Ну, стягивать только тут могут два персонажа. Один в бане, второго они навряд ли будут брать. Ну, имеется в виду Дарксира. Ну, ладно, посмотрим. У Архонов тут все поинтереснее. Ну, попонятнее, во всяком случае. То есть им по ролям, вот если смотреть, разбираться, то им только персонажа в мид не хватает. Потому что есть оффлейнер, есть, я так подозреваю, Кэрри Дум и два саппорта, Undying и Task. Ага. А может быть и нет, кстати. Может быть, Бетрайдер в мид пойдет. Тогда вообще все непонятно. Но Зевса свиндл банит. Думает все-таки, что центрового не хватает. Зевс. Ну, может быть. Может быть. В принципе, спирита убрали. Спирита Джио убирает. Окей, окей. Убирает спирита. Ага. Таск, Undying, Doom, лишние персонажи какого-то бы... Ну, то есть, если это будет вот персонаж, который для центра у Архонов, то все-таки лучше, наверное, будет какого-то ренджового парня взять. И, наверное, ух ты, Вивер все-таки. Так, Вивер, Вивер... Ага, нет, берут еще милишника, это Кэрри Джиггернаут. Или как? В общем, разбирают парни персонажи. Сейчас мы посмотрим, как они по линиям ставят, станут, может быть, как-то будут свапаться. Ну, у комплексии самое главное, вот мы поняли их задумку. Это концептуальный такой пик. Концепция основана на нанесении просто физурона. Магии вообще практически нет. Ну, там некоторые скиллы, да, магический урон вносят, но в основном все тут бьют физухой и с руки. Причем очень хорошие два есть дэмэдж дилера, ВРка и Вивер, которые обладают скиллами для эскейпа. Ну, в основном, конечно, Вивер этими скиллами обладает. ВРК имеет просто Виндран, он такой полуэскейп, но я думаю, она там еще и себе Блинкдаггер какой-нибудь там доберет в будущем. Ну, или, может быть, даже первым артефактом, и будет еще быстрее, еще мобильнее, еще сильнее. Ну, в плане там ганга какого-то, или там ухода из-под атак, и так далее, и так далее. Prepare for battle. Так. Ну, какой интересный Джаггернаут, Джейо. Так, друзья, секундочку. Ну что ж, давайте займемся все-таки игроками. А давайте начнем с Архонов. Джейо играет за Джиггернаута, Undying — это Whitebeard. На таске Fluff and Stuff будет отыгрывать на этой карте Monkeys Forever на Бэтрайдере. Ну и Му на Думе. Что касается их противников, то Complexity имеют вот таких вот героев и таких вот людей, которые ими управляют. Свиндл управляет Слардаром, Вивером, который last пиком появился, Зузи, Зузу, Зизу. На Виверочке ВРка Чесси, этой рыжеволосой девчушкой, управляет The Freak на Дазле. Ну и еще один саппорт — это Виверна, Винтер Виверна. Так, Виверна, Влад. Влад Виверна. Как-то так рывками Виверна перемещается. Ну, наверное, стопает
останавливает себя игрок. Из-за этого так вот получается. Что ж, нашли уже Виверну. Виверна там залетела, посмотрела. На всякий случай сразу же скилл прокачала. И будет наверху здесь находиться для того, чтобы контролировать перемещение саппорта. Ну, так вот она и делает. Вардецки ткнули на всякий пожарный случай. А вдруг там Виверна что-то задумала. Может быть, что-то там она ставила. Но Виверна ничего там не ставила. Никаких вардов, ничего там не было. Вард стоит вот здесь вот внизу. Так. Манки все уже прошибли, и Виверна наносит довольно много дэмэджа. Все-таки оказалось, что Бэтрайдер будет в центре у нас стоять. И две даблы у Архонов. Одна внизу и одна... А второй даблы просто нет. Ну, то есть Джиггернаут и Андайн, кстати, ой-ой-ой, как подхиляли. Это больно, очень больно. Андайн, Джиггернаут вынужден раскручиваться и отгонять саппортов. Кстати, возможно, за фрик сейчас погибнет. Да, Андайн помогает ему, Джиггернаут делает ФБ. Ну, вот так вот неплохо, неплохо. Ну что ж, контринициировали, и все-таки Джиггернаут сориентировался, сразу же включил вертурчику и, собственно, добил. Так, а тут у нас, получается, Верка забирает, забирает Бэтрайдера. Итого, а 0, точнее, 0, ну, счет 0-0 превратился в 1-1. Давайте по статистике быстренько посмотрим, что там у нас уже есть по крипам. Ну, пока немного, да, но и времени-то тоже мало прошло, то есть никаких особо выводов мы не сделаем. Виверна здесь стоит против Дума, и, конечно же, Виверне помогает Вивер, либо же наоборот. Виверна помогает Виверу. Ну, у Дума второй левел, Дум пока еще никого не скушал хорошего, полезного. Ну, тут особо-то и нечего кушать. Кушать особо нечего. Бэтрайдер, видимо, ощущает некие проблемы в центре. Ну, я бы даже сказал, не некие, а весьма конкретные проблемы, потому что у Манкиса всего лишь 3 крипа за эти 2 минуты, в то время как у Верки уже 9, и 2 она заденаяла. То есть явно не ладится, что у Бэтрайдера, и надо ему поэтому перемещаться куда-то там чуть пониже, там стакать крипов, ждать, пока Верка пропушит, и уже пытаться под тавером фармить, ну а дополнительно иметь в виду, что какие-то стаки у него в лесу будут, и он там тоже на них получит деньги и компенсирует тех крипов, которых ему не хватало на линии, за счет того, что Верка гораздо лучше его справляется. Сноубол скатился Бэтрайдера, Бэтрайдер взлетел, точнее не Бэтрайдер, а в честь скатился Сноубол, и горит, горит, Мангис сжигает он Верку. Ну, так это выглядело, как будто бы Таск в своего вкатывался. Я немножко даже опешил. Окей, 2-1. Что ж, Бэтрайдер с помощью саппорта вырывается вперед. Немножко подровнял счет на линии. Ну, Дазл тоже, смотрите, не теряет времени зря. Постепенно-постепенно харасит он Андайанга. Однако Андайанг так ускорение. Свиндл подрубил. Спринт для чего-то, для чего? Для того, чтобы дэмэдж больше получать? Или... Ну, что-то хотел, наверное, провернуть, но его остановил Андайанг, видимо. Не дал возможности что-то сделать. Мы видим, наблюдаем, точнее, как Виверна пыталась там как-то в спину залететь. И залетела таки Му, но нужен вижен на Му. Он там за деревом прячется. Его, я так понимаю, Зузи сейчас не видит. Ну да, видите, думаю, ему не видно. Вот сейчас он стал виден. Ну, однако, уже не получится его просто так забрать. Ну, то есть... Там по 2 скилла сбросил, и вяжет, вяжет Манкиса, прострелила по варшотам. Наверх забросил Бэтрайдер, но все-таки смог убить Верку. Очень долго там она поворачивалась по нему и плюет. Верно, с хайграунда, еще один плевок, и Бэтрайдер погибнет. Еще один плевок, и нет, не погибает он. И еще чуть-чуть, надо 3 хп, 3 хп остается у Манкиса. Как он там выживает? Ой-ой-ой-ой-ой. Всего лишь 3 хпшечки. И не хочет уходить, потому что чувствует... Нет... Пришлось уйти, Таск забрал руну внизу, и Бэтрайдер отправляется на фонтан. Ну, может быть, ему какое-то быстрое ТП в виде смерти, но у него все-таки 1000 монет на руках. А хочет он даггер вынести, поэтому нельзя сейчас погибать. Пауэршот мимо просвистел. Так, там шарды в ответочку в Чесси. И ТП Бэтрайдерса наверх. Так-так-так, Свиндл убегает, но стан не дает. Так, вот сейчас дает, но Джиггернаут должен раскручиваться. Подхиляли, хорошо. Борода подхилялась, отлично. Еще один дикей, еще один дикей, но Джиггернаут уже не успевает. Сейчас будет стан по двоим через секунду. Да, стан по двоим. Бить Джиггернаута, Джио, Джио, Джио верно прилетело. Джио погибает. Остается Андэнг, за Андэнгом погоня. Нет, в погоне Андэнг погиб, и Тамба тоже была убита. Вовремя подошла сюда Виверна, ну или подлетела.
И счет сравнивает. У нас сразу же два персонажа погибают. Но отчаянная такая атака от Архонов. Не совсем не понял, почему они там погнались вот так вот аж далеко. Верка. Не получилось связать. Флеймбрейк есть, но Болт вкатился в Чесси. А теперь шарды, а теперь убить. И убивает. Но шардов не было. Как-то без шардов обрасывался Fluff and Stuff. Почему так, не ясно. Ну, то есть он, наверное, просчитал все. Не хотел ману лишнюю тратить. Так, ну Джаггернаут слишком активный, в итоге получает и вся много дэмэджа, теперь вынужден раскручиваться, тратить ману зря, ну, в общем, не обязательный был этот мув от него, однако он все равно решил покрутиться, в итоге потерял, потерял ману, дэмэдж не нанес. Сам он 4-го левела, в то время как Слардар тоже 4-го левела, у Дазла левел, опять же, 4, тут у всех, я так понимаю, 4-й, и даже у Андаинга. Руна через 6 секунд появится, очень важно ее забрать. А там стан, а там стан. Андаинг остался вместе с Джаггернаутом против Слардара. Это хорошо, потому что можно попробовать его поднапрячь. Даст руну богатства, руна регенерации, таск. Так, и отступаем. Ну, против троих, конечно же, неприятно. Тем более здесь два милишника, а там два ранжевика и милишника. И они очень хорошо прикрывают. Андаинг в какой-то определенной степени, конечно, восполняет отсутствующее хп там, путем попадания медикеев, но все равно этого не хватает. Этого маловато. Рисует, кстати, сейчас Виверна план, как она будет залетать. Ну, решила следовать не своему плану, а другому плану. А там Бутрайдер. Очень больно в эрке, но она улетает. Бутрайдер тоже неприятно, поэтому он там на Firefly летает с лоу-граунда на хай-граунд, опять на хай-граунд. Был на реке, здесь Сноубол вкатывается. Ой, и Дум повесили на Вивера. Ничего Вивер делать не может, и Дум его забирает. Хорошо. 5 на 4. Ну, используют пока все возможности Архона для того, чтобы как-то выходить вперед. Так, так, Дазл. Ну, грамотно все Дазл делает. Джаггернаут что-то долго думал. Не смог там под контроль. Побежал Свиндл. А вот теперь хорошо надо раскрутиться. Но Джаггернаут не может гоняться за Слардаром, потому что тут на спринте. А вот теперь он в атаку идет. Смотрите, через одну секунду у него будет стан. Да, Стики проел. И стан попадает под Джио. Подхиляет. Джаггернаут подхиляли. Бежит. Джаггернаут хромает. Очень ему больно. Сноубол вкатывается. Свиндл сразу же шарды. И Варлесс Панч. Уху-ху. Как быстро они со Слардаром-то разобрались. Но Слардар, в принципе, показал Джаггернауту, на что он способен. И все-таки Джаггернауту не так уж и приятно было против... Ну, в принципе, на линии сложно против него стоять, поскольку спринт позволяет убегать там наверху. Что наверху? Наверху Дум. А Виверна, Вивер против Дума, и Дум, к сожалению, погибнет сейчас. Да, Дум погибает, но, к сожалению, для команды Архон. Бэтрайдер принес себе что-то, это бутылка, необходимо ему, ну, мы понимаем, что ему необходимо, и вот, собственно, он практически уже это вынес. Сейчас главное только поджечь, там побольше стаков набросать. Не спешит почему-то Манкис. Дабл дэмэдж у Таска, ну, это серьезно на самом деле, потому что Варлус Панч наносит 30-50% крита, и... Вот эта вот сумма, помноженная на 3, 120 на 3. Так, связала. Хорош, связала. Надо на хайграунд подняться, чтобы расстреливать, но успел Бэтрайдер бросить флеймбрейк и бежит. А Дум прилетает, и Дум сразу же вешает на ВР-ку. Подхилять ее, наверное, не получится, потому что нет маны. Просто нет маны. У Виверна еще приземляется внизу. Дум за ней. Дум бьет с руки очень больно Виверне. Виверна может себя в эмбрейс бросить. А вот теперь Дум решил отступать, потому что было ТП. И ТП сразу же отменили, но нет смысла дальше сражаться. Бэтрайдер тем временем просто стакает, но чересчур уже много всех. Как бы, наверное, не стоит уже пытаться стакать, уже надо просто зафармить. Потому что там-то и противник может прийти и попробовать отобрать эти стаки. Вот уже 3 стака на крипах. Ну, тех он, конечно, не будет. Не стака, ну, стака на палму имеется в виду. 5. На скольки будет, интересно? Все 10 или нет? Ну, 5 достаточно, считает. И тех прогорим. Да, ну смотрите, в общем, все бодренько погибает. У Манкиса, правда, тоже хпшечка заканчивается, но я думаю, здесь выживет. Ой-ой-ой-ой, флеймбрейк. Еще чуть-чуть. Огра на хайграунд туда забросила. Огру очень сильно повезло. Интересно, а тут крипы теперь будут появляться? Ну, когда Дарксир сюда стягивает наверх, в принципе, появляются там крипы. Так, здесь что? Здесь есть... Нет, Дума здесь... Но здесь есть Вивер, на которого можно напасть.
Джиггернаут там. Ну, через ультимейт, конечно, он может Слардара попробовать убить. Есть у Джиггернаута манга. Можно попробовать покрутиться и ульту дать, или ульту покрутиться. Ну, что-то такое, тем более только что потратил разгон Слардар. А вот летит Бэтрайдер с блинком уже и будет цеплять его. Так, ну там есть то же самое, там есть то же самое. Там в инвизе, да, стоит, прыгает, прыгает, свиндл цепляют. Так, подхилял, Грейв бросил, но все равно погибнет Слардар. А он ТПАУ делает, а, делает ТПАУ, сбивает ТПАУ своим брейком, и свиндл уходит. Нет, не уходит. Недалеко уходит. Уходит, но недалеко. Неплохо. Блинк сразу же был реализован, но теперь зато понятно, что он там имеется. И вот можно попробовать еще Виверну тут как-то... А, или просто фармить. Да, почему бы не пофармить? Здесь погоня. Ну, нет, не погоня, здесь охота, я бы даже так сказал. Это называется охотой. Охота за Виверком. Оп, Дум. Какая же это охота? Это просто изменение младенца. Закрыл шарлоби. Вырос, фанч! Погибает Вивер в очередной, второй уже раз. А здесь кто погибает? Здесь погибает Белая Борода. Но Вивер набросила себя в Эмбрейс, это была ошибка, потому что успеет сделать ТП-таск, где панч, панча нет, просто мана на него нет, но, ну, просто там зомбаки загрызут, среди там их была целая куча на Виверне. Пауэршот задел Флаффенстаффа, но не сильно он пострадал. Ну что ж, Архоны, в принципе, наращивают преимущество. Мне кажется, они уже где-то лидируют. Раз, два, три, четыре. Ну, три у них персонажа в топе, и Таск тоже недалеко, правда, Андайн к тому весьма убог, ну, имеется в виду цифра его нетворса. Ну, где-то 1002, наверное, ведут, мне кажется, давайте проверим, даже больше, смотрите, 3000, даже больше, чем 3000, 17 на 14, 3500 ведут по голде и по XP 19 на 16, ну, практически 3, без 400, то есть 2600. 2600. Прилетает Джиггернаут, может раскрутиться, но ультимейта у него нет. Так, сам же получает ультимейт от Слардарчика. Крипов убивает, неплохо. И этого убивает. Ну, теперь надо уходить. Теперь надо уходить, потому что за ним опять же охотятся. ВРК бежит на перерез. И Джиггернаут, ай-яй-яй, Виверна, ультимейт, надо связать Джиггернаута, рановато, нет, хотя вовремя связала, там дабл дэмэдж был у Чесси, и Джио просто-напросто не имел никакого шанса отсюда улететь. Бэтрайдер прыгает, цепляет в лассо, держит Виверну, Виверну подхиляли, на нем можно Грейв, но достанет ли Дазл Грейвом, достает ли он Грейвом, Грейв есть, Виверна пока в эмбрейсе стоит, но Тавр-то ее фокусит, ой, больно, флеймбрейк есть, Виверну забрали, Дум прилетел, есть стан по Думу, Дума связали, хорошо связали, Сноубол в 2 и вкатывается, отлично играет Флаффенстафф, закрывает шутдам, Чесси ультимейт, Варлос патч на орбиту просто, на орбиту Чесси туда же отправится и добивают ее 4 в 1. Вот так вот отомстили за своего Джиггернаута. Воу-воу-воу-воу, Архоны, что вы делаете? Давайте посмотрим на итог этого эпического сражения. 3500 нанесла дэмэджа одна команда и 3000 дэмэджа другая команда. И несмотря на вот этот вот весь дикий хил, так, друзья, секундочку, секундочку. Друзья, вынужден просить у вас прощения. Небольшая техническая проблема возникла со студией. Мне там позвонили. Кое-что сказали. Выпал я из игры. Бывает такое, сбивает. Ну, на самом деле, большая благодарность нашим всем помощникам, потому что до начала трансляции тут у меня были небольшие проблемы. Просто всем миром пытались там мне помочь, найти нужные файлы там каких-то, которых не хватало и так далее. Ладно, потом обсудим. Стан мимо успел на блинке уйти, свиндла раскручивает, свиндла накручивает, свиндла бьют, свиндла избивает, просто сноубол в него же вкатывается, свиндл, шеллоу грейв, хорошо. Бежит, очень бежит, быстро бежит, но шарды там перегрызают ему путь, и, скорее всего, он сгорит, хотя нет, он проезжает, проедает стики и погибает дикей. Так, там был где-то ультимейт.
По Бетрайдеру, Бетрайдеру, ай, Бетрайдеру больно, но держит, он держит, держит Виверну, не хочет погибать Бетрайдеру, не хочет Виверна, Колд Брейс приземляется, Джигнат раскручивает ее и убивает. А, в общем, быстро среагировали там на все проблемы, мы смогли там стрим запустить с нужными данными, и в итоге все было прекрасно, и вот там сейчас небольшие коррективы надо было там внести в настройки, поэтому позвонили мне, сообщили, что надо сделать. Ну, в общем, Хэллоуин отразился тоже на наших сетях, системах. И в итоге были... Так, ой, сноубол, хорошо, сразу же в лицо Фрику, Фрик погиб, нет, не погиб, Фрик подхилялся, стан свинул, дает грейв на себя, Фрик бросает, и... Но это плохо, потому что теперь он не поможет Лордару, сам он погибнет, Тас не хочет его убивать, все-таки приходится. Есть стан, есть стан, он Даник там его добил, ультимейт по Флафу, и Флаф отступает назад. Верка Форстав себе вынесла, ну вы видите, да, счет уже 20 на 8 становится, так, что, Зузи. Ага, вот так вот, Дезоль. Ну, мы сейчас с вами можем наблюдать ситуацию, когда у Таска такой же нетворк, как и у Вивера. Ну, правда, у Таска в артефактах это выражается всего лишь только в блинк-даггере, да, у Вивера артефакт типа помощнее, но особо там не нужен Таску какой-то другой артефакт. Пожалуйста, вот Undying, Таск на блинке запрыгивают, всех цепляют, верно летит, не знает на самом деле, что делать. А Бэтрайдер знает, бросает ее назад, Дум подходит в невидимости. Shadow Blade, верно ультимейт дает, но Дум сейчас руки ее забьет, стики прожимает, Влад бросает себя в эмбрейс, но она вряд ли это его спасет. Тут столько парней, которые демеджа очень-очень много наносят. Гранат там крутится, Дум, сноубол вкатывается в стика, да, грейв на себя бросает, но тип-аут не получится сделать и убежать опять же не получается. 23 на 8. Просто овныч какой-то устроили архоны на этой карте. Смотрите, только сейчас будет Т1 погибать. Только сейчас на 17 минуте. Но как много фрагов они уже сделали. Как много денег они уже нафармили. Дум, смотрите, Мека, Shadow Blade. Вот еще хедрестчику купил для чего-то. Может быть, какую-то хочет Вангвард, ну и так далее. Пайп, может быть. Посмотрим. Вивер, так, связали Дум, очень хорошо связали. Ай-яй, просветили Дум, успел уйти в инвиз, как так? Вот это реакция Дум, сразу Чесси получает. И Дум назад, Вивер за ним. Есть тамба, Вивер ты развернулся, будет... А что он будет? А будет просто убегать. Будет просто убегать, понимает, что дэмэджа много все-таки внести не сможет. Верка, естественно, выживает, но ультимейт в нее Дум давал не для того, чтобы убить, а для того, чтобы спастись. Так, пауэршот, все разошлись. Верно плюет, все, кроме Дума, получают дамагу. И зомбаки убивают телегу. Угу. Такой вот хитрый артефакт Джаггернаут все собирает. Ага. БФчик, что ли? Ну, может быть. Не совсем понимаю, зачем ему БФ. Ну, то есть, как, не совсем понимаю. Можно это объяснить, в принципе. Реген, сплэш, урон. Почему нет? Единственная возможность в комплекте, что изменить, быстро убить Рошана, как это попробовать Айгис реализовать. Но Андайнг подходит туда, тамбу ставит на Хаграду. Хорошо, есть ультимейт Дазла мимо, только по одному Андайнгу. Это не считается. Пошел Андайнг биться просто в толпу, туда же запрыгивает. Слардар дает стан, сноубол вкатывается в троих, просто вкатился. Панч есть по свиндлу. Джиггернаут раскручивается, на хайграунд там забросила Бетрайдера. Бетрайдер погиб, но он сейчас воскреснет. Минус 5, как-то так. Очень быстро подрались, Бетрайдер забрал Аегис. Трипл килл в итоге сделал Undying. Ну, Fight Recap, видите, не очень точно, потому что не совсем понятно, что тут какие скиллы давали. Плохо, что нет возможности у нас повтор посмотреть. Ну, я думаю... Не сильно мы расстроились, в принципе, очень сильные архоны и файт 5 на 5 в комплекте
проиграли и этот, и проиграют, мне кажется, любой другой. На этой... А, вот для чего все-таки было. Да, Владимир, что-то не подумал я об этом артефакте. Честно говоря, я сразу подумал, вот, что будет собирать вот Кримсон. Хотя Кримсон из Баклера собирается, видите, что я... Хэллоуин, это все Хэллоуин. У меня есть сегодня, это, как она называется? Отписка, отговорка, все Хэллоуин. Все Хэллоуин, демоны в моей голове. Так, Бэтрайдер куда-то прыгает на иллюзии. Дазл цепляет ультимейтом двоих, но безрезультатно. Ну, точнее, без каких-либо последствий дальнейших. Последствия-то, в принципе, продолжаются. Там броня, конечно, уменьшается у парней, но не так, чтобы это их слишком волновало. Бэтрайдер уже и форставчик там себе, и тревела приобрел. Так, Таск хочет. Ну, можно ворваться, то есть пока двое врываются. Пока что на одного Дума, Сноубол Дум сразу же выныс. Как он так быстро прожимает? Не понимаю, Джиггернаут прыгает по всем, там прыгает, есть Дум. Пока не Дум, не, Дум отменяется, не знает, кого Дум давать. Джиггернаут пока летает, Чейси, Шеллоу Грей просто расстреливает Бэтрайдера. Но он не сможет он этого сделать. Дум пока что ультимейт не дает, погибает Верочка. Дум просто-напросто руками всех запиливает. Там Свиндл закрывает, Бэтрайдер прыгает, Свиндл погиб. И Зизу, вот он Дум, наконец-то Дезоль у парня был. И Дезоль у парня сплыл. Да, мне кажется, сейчас ГГ напишут комплексити. Ну, 32 на 8. Тут нет уже... Ну, то есть, ни одного шанса нет на творца. Вот, смотрите, 6 тысяч у ВРки и у Вивера 6 тысяч. Столько же, сколько и у Андаинга. А Андаинг это саппорт, ну, то есть, последней роли, до да, пятой. Саппорт пятой позиции, то есть ему экспы, голды меньше всего доставалось. Так, Сноубол по Зизу, точнее по Фрику, Фрика. Ну, Фрика очень быстро убили, он ничего не смог сделать. Флаф Энстаффа привязала, ВРК, да, но Форстаффит манки себе цепляет, ее держит, везет, а Флаф-то там идет, Флаф помогает, сейчас будет бить. Нет, Флаф просто бежит почему-то, но прыгает манки, хочет драться. Так, бросил вроде бы, нет, не бросал фламбрейк, сейчас будет фламбрейк, отбрасывает Чесси назад, Чесси ну, подставил немножко Манкиса, Манкис бежит, Манкиса забили. Я не совсем понял, вот почему Флаф Энстафф не стал драться. Так, там есть стан по Джаггернауту, Джаггернаут вардецкий ставит, Джага прыгать не может, но может бить с руки хотя бы, нет, просто убегает. Все убегают, Дум прожимает барабаны, связать Дума не получилось, Дум уходит, стан тоже мимо, но Дум это видно. Окей, Джага теперь будет драться, потому что тамба стоит, потому что по троим просто дикие залетают. Джиггернаут раскручивается, Виверну отгоняет. Так, Зизу бежит отсюда. Ой-ой, стан, хорошо. Забрали второго, Сноубол вкатился с Виндла. Андайнг просто божит, посмотрите, что делает. Очень много хп у него, еще подхилял себя. Ай, правда, погибает The Freak, много дэмэджа. Грейв на себя, Джиггернаут погиб. Воу-воу-воу-воу, все-таки небольшой первортик-то парни сделали. Таск пришел себе за Таском погоня. Втроем за Таском просветили его на всякий пожарный случай. Ультимейт верно останавливает его. И должен за долем Зизу его развалить. Сноубол в кого? Виверну или в кого? Долго держал под двоим. Стан на блинке, уйдет ли или нет? Не уходит. Погибает. Ха-ха-ха. Переворот. Ну, сейчас очень много денег, я думаю, заработали, потому что как-то по одному ушли комплексити, отдавались. Точнее, не комплексити, а архоны шли по одному, а комплексити просто шли толпой. Так вот, Зизу готовится. Пустил жучков, ну, увидел все это. Манкис. Просто убегали архоны вот в том моменте, когда Дум и Джиггернаут бежали назад, Джага поставил вард, убегали и потом что-то решили драться. В общем, много дэмэджа получили. Ну, плохо все пошло у них. Ну и вот немножко изменились на творце. Давайте графики все-таки посмотрим. Там падение с 18 тысяч до 14, наверное. Да, до 14 ровно. Ага, даже уже меньше. Разница уже 11 тысяч. Ну и по XP и по голде, в принципе, график совпадает. Так, стан. Ага, ну Дум это все дело видит. Так, показывает своим. Ну, наверное, сам просто развалит. Свиндл, посмотрите, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Еще один удар, и задонать не получится. Но Виверна может напасть на Дума, замедлить его. Но остальные-то сейчас подтянутся к Думу, и Виверна, возможно же, и погибнет.
Ультиметов нет, но есть Продоглимер. Так, там гоняется Бэтрайдер за всеми. Бэтрайдер прострелили, очень ему больно еще. Ох, там минус армора-то на нем сколько. Поэтому Тавр его довольно серьезно коцает. Джаггернаут Б все-таки, да, себе собрал, но... Непонятно, как бы для каких целей. Все равно непонятно. Непонятно. Ай-яй-яй, зацепили. Ай, хорош. Но эмбрейс бросили. Так, Джаггернаут раскручивается. Есть панч. Больно. Так, форсафи от Вивера. Вивер бежит назад. Окей, ультимейт теперь под Джейой. Ну, его особо никто не бьет, кроме Анданга. Теперь Джаггернаут прыгает ультимейтом. Пытается спастись с помощью этого самого ультимейта. Так, дальше форсаф от Джаггернаута спасают. Все должны как-то отступить более-менее цивилизованно. Слардар прыгает во Флафа. Окей, взлетел Бэтрайдер. Бэтрайдер без ультимейта. Замбак бегает. Все просто в разные стороны. Сноубол вкатывается в кого? В Вивера, который уже погиб. Не успел ничего прожать. Ультимейт не нажал. Тут и Виверна погибает. Свиндл еще один стан дает в троих. Да, но Манки сможет. Нет, не может. Его связали. Есть шарды. Шарды не закрывают. Шарды далеко. Шарды глубоко. Фокус, фаер по Думу. Дум бежит назад. Все просто уходят, отступают. Окей, есть байбек. И вот он еще один стан по двоим. Форстаф. Как же не спасает этого самого Джаггернаут? Это постоянные форстафы. Связали Манкиса. Манкис без ультимейта. Неважно. Есть панч по Чесси. Чесси назад. Свиндл очень мало хп. Чесси просто левел дес. Него влетает на все оставшееся хп. Зизу дальше преследует Вайтбирда. Вайтбирд назад бежит. Вайтбирд. Глиммер бросает. Просветили его. Его видно. Дэвидж получает. Джаггернаут пошел с руки наваливать. Просто бить. Зизу его преследует. Окей, прыгает сюда Манкис. Когда ультимейт через 10 секунд. Панч на орбиту. Да, Зладин, греф на себя, Сноубол в него вкатывается, Зефрик бежит, но там Бэтрайдер его сжигает, нет, подхилялся, Зефрик, но погиб, и погибает Вивер. Да, ну какие-то отчаянные сражения, просто мясорубку затеяли команды, посмотрите, Джиджи, Свиндл написал, сколько можно это терпеть. В общем,